А сегодня вечером на Интере новый сериал «Мотыльки». Взрыв на атомной станции застает в Припяти двух сестер. Десятиклассница Аля и студентка мединститута Марьяна как раз приехали в городок навестить тетю. Никто не понимает масштаба случившегося до тех пор, пока в местную больницу не начинают привозить пострадавших на ЧАЭС. Фильм о том, как среди хаоса первых дней атомной катастрофы люди теряли близких и находили любовь. Компания FilmUA снимала и в Чернобыльской зоне, и в Славутичи, и в других украинских городах. 4 серии «Мотыльков» смотрите сегодня, сразу после подробностей. Вот эти двое людей, которые, ну, там, мы с Машей, которых играли, Паша и Алька. Когда все это случилось, они пытались, как и все, собственно, пытались убежать и просто жить. Наверное, я играл про любовь. Наверное. К девочке, которую я пытаюсь спасти, чтобы она жила.